Зима – время теплых встреч. Именно такая произошла в минувшее воскресенье на открытом катке около физкультурно-оздоровительного комплекса на Воронке. В гости к щелковцам приехали звезды шоу «Ледниковый период». Бесспорный успех представления обеспечивают известные фигуристы под управлением заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы, призера Олимпийских игр Илья Вербуха. Я счастлив, что вот так демократично, абсолютно, ну, видите, какое количество людей, бесплатно. Зрители приходят и видят созвездие чемпионов. Я думаю, это первая ласточка. 14 городов Подмосковья в этом году. Но успех у проекта колоссальный. Это уже сейчас видно. Мы были уже в 6 городах. Я думаю, что за этим стоит продолжение. Все желающие смогли своими глазами увидеть мастерство именитых спортсменов. Среди фигуристов – чемпионы России и мира, настоящие легенды – Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Екатерина Боброва, Албена Денкова, Максим Ставицкий. Это то, что мы смотрим по телевизору, а это здесь воочию, еще и общение со звездами. И я уверен, что многие сегодня здесь дети, которые присутствуют, и молодежь, они, кстати, в первых рядах стоят. Уверен, что скоро будет также здорово кататься, потому что сегодня показывают отличный пример, как проводить зимние каникулы. Так что все на лед. На льду чемпионы, а это несомненный пример для молодых людей и детей, которые, возможно, не только захотят увлечься этим красивым видом спорта, но и просто выйдут на лед, как когда-то выходили их родители. Посмотрите, сколько народу вокруг, да, как они все спокойно, организованно, да, стоят, с удовольствием смотрят, никто не ругается, люди рады, довольны. Эмоции в этот вечер согревали самих артистов. На катке олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Фигурист подчеркивает, такие мероприятия – отличный стимул для развития фигурного катания. Слава Богу, что существует проект «Зима в Подмосковье». Открываются, реставрируются открытые ледовые площадки. Это есть возможность, соответственно, есть возможность для детишек пробовать. Кто знает, возможно, звезда родится. Ну а для нас это счастье быть вновь в столь преклонном, как мы говорим, возрасте, быть с теми людьми, которые на протяжении многих лет нас поддерживают. На льду те, чьи имена вписаны в историю российской славы фигурного катания. И самое главное, по их признанию, это любовь зрителей, которые в этом шоу они получают сполна. Ну, отличная атмосфера. Приятно видеть, что много народу вокруг катка. Здорово, люди гуляют, отдыхают. Есть возможность покататься, я уверен, здесь на этом катке. Потому что зима – это действительно такой праздник. Праздник снега, льда и, конечно же, каток, то, что есть у вас здесь, это очень замечательно. И мы рады, что сегодня очень много народу. И так гораздо легче кататься, когда все-таки есть люди, которые аплодисментами тебя согревают. Конечно, энергетика, которую дарят нам зрители, она ее невозможно передать словами. Вот. Это такой адреналин, которым ты заряжаешься, поэтому мы с огромным удовольствием приезжаем в города Подмосковья и выступаем для нашего дорогого зрителя. Ну и, конечно, зрители остались в полном восторге от такой теплой и душевной встречи с чемпионами. А для кого-то это шоу стало и вовсе настоящим подарком. Замечательное мероприятие. Звезды, олимпийские чемпионы, лучшие. Мы их любим. Вообще они красавчики. Столько добра и радости в этот замечательный зимний вечер. Замечательно. Тем более на мой день рождения, это очень подарок. Супер. Спасибо! Хорошее представление, на самом деле. Побольше таких устраивали. Ну, продвигался в спорт. Детей интерес возникает к этому. Замечательно, что сделали для людей такое представление о том, что могут дети прийти взрослые, просто посмотреть, прикоснуться к такой красоте. В завершении вечера, вдохновленные выступлением чемпионов, на лед вышли ученицы Щелковской спортивной школы Олимпийского резерва. А после каток был открыт для всех желающих. Лилия Тимиева, Анна Балиет, Александр Оржевский, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.